Привет. Я вернулся, веду это шоу снова. Как вы помните, я Кассом буду вести это шоу сегодня, так как Рэй где-то уснул, и никто не знает, где и с кем. Итак, далее видео из страны под названием Новая Зеландия, но про маленькую девочку, которая играет со львом. О, поцелуй ребенка мне, вот ему понравилось. О, ужас, нет. О, заточенный лев, он такой милашка. Вы только посмотрите, милая девочка даже не испугалась, она где стояла, там стоит. По моему мнению, это самый милый лев на свете, он же и ест людей, но только не этот. Ой, я такой милашка. Идемте, давай, Симба. Ну что же будет в будущем? Эй, Софи, я тебя бросаю, потому что ты дура. О, какой милый парень, я тебя понимаю. Это видео набрало 600 тысяч просмотров за немало дней, и я хотел бы дать совет матери этой девочки. Эй, мамаша, слушай сюда, это YouTube. Не подпускать своего ребенка к Симбе, начни. Второе видео на сегодня немало драматичнее предыдущего. И там китайцы играют концерт, да, именно концерт, оказывается, они играют не только на пианино, но и на скрипке. Смотрим. Как четко сыграно. Но такого вы не ждали, да? Ну хреново получилось, не правда ли? А я знаю, что это. Это суши. Хотя нет. Китайская лапша. Хорош жрать, что не попадем. Иначе попадете в такую ситуацию на пике своей карьеры. Эта девушка с видео так испугалась, как будто своего бывшего увидела, и прическа у нее ничего, так на голову потянет. Опять охочется моя прелесть. Эх, игра-то пацан, отличный фильм. Надо бы пересмотреть. Это видео набрало 600 тысяч просмотров за один день, и там есть и эпическое барабанное соло, и рвотное соло, и эксперт по отравлению. Эй, друган, сейчас будет рвотное соло, послушай! Да, он действительно эксперт, точно. Когда это видео пришло Рейту, там прилагалось описание. Возьми это видео, оно вдохновляет, к тому же там маленький сюрприз. Парень, Рей, передаю тебе спасибо за это. Давай. Далее видео произведено молодежь из деревни, точнее, про страну чудес, из которой они вылезают. Они... И причем их так много, что я аж сбился. А, ребята, ничего так попустили, да? Вообще угар, чума, брателла. Это отсылка к фильму «Клад», Шайла. Вы только возьмите волшебную траву, не забудьте пончики. Вообще-то напоминает программу «Бери животных». Итак, мы видим, как народные приматы вылезают после долгой спячки и отряхиваются, смотря по сторонам. Что за путешествие у них там было? О, я только что увидел Китай. Ну, народу там. Брату на ваше. Вы ничего странного не находите? Ладно, ребята, это был я, Кассон. Спасибо Рэю. Спасибо Рэю Уильяму Джонсону за мой дебют. Я для него второй луч надежды. И я воспользуюсь этим случаем, сделаю рекламу своего канала и подписывайтесь там на мое видео с классной девочкой. А знаете, что еще классное? Это вопрос дня, который пришел от пользователя LinkedPark 51975. Он спрашивает: мой вопрос дня на сегодня. Чем будете защищаться, сударь? А это нормальный вопрос. Итак, ребята, чем вы будете защищаться? Звоните в комментарии, оставляйте внизу, блин. А также на Facebook, Twitter и Google+. Подписывайтесь на канал Рэя Уильяма Джонсона сами, так как мы не можем вас заставить это делать как марионеток. Ну и все, в общем. Это было шоу Руно 3, и Рэй подписывается под этим. А теперь скажите мне, ребята, на чем бы верхом? А теперь скажите мне, ребята, кто сверху? Мой канал куда пизже, ровно 3, блин. Я веселый и тупой, блин. Включаем камеру, выключаем свет.
Но это ни в какие рамки не лезет здесь, честно, вообще. Весело у вас тут, ребята. Я ведь в ВР голым. Девчонкам это понравилось. Ой, где это видео? Здесь, да. Что за хренотня?